Мне это приятно, правда, но, и честно, я не считаю, что это был какой-то геройский поступок, это просто был, ну, такой порыв. Произошла просто ошибка, и поэтому сразу же принесли извинения, организаторы принесли извинения, и через какое-то время в письменной форме принесли извинения, предложили заново сделать награждение, и ну, мы это приняли, и поэтому все разрешилось удачным образом. Вам спасибо. Мы очень вами гордимся, правда, честное слово. Что для вас белорусский стяг и гимн? Это символы олицетворения свободы нашей державы, и Беларусь треба любить, и я не могу анализировать свой поступок, потому что это был такой порыв. Я просто, ну, не могла стоять на пьедестале на тот момент.